Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Мы продолжаем играть в Panzer Corps. У нас по миссии нужно продвинуться вот на сами карты. Так что пропускаем ход. Так, тут появился еще один французский истребитель. Пытался атаковать наш танк, но ему это не получилось. Замечательно. Так, приступим. Игра. Не знаю, почему она подвисает. Вроде бы обычная, легкая игра, но виснет. Так, ну, она тут уже эта пушка ничего нам такого не сделает плохого. Так, здесь будем тоже продвигаться потихонечку. Так, спробуем противотанковую пушку выбить. Так, отступи. Отступи, пожалуйста, чтобы я мог сюда танка за... Ага, не могу. Тут вообще, получается, никого не могу запихнуть. Разве что разведку. Вот так. Как-то... Давай на север. Хорошо, одну пехоту мы сюда отправим, а вторую, ну, нам тут одной хватит, я думаю, а вторую мы сюда отправим. Так, эта пехота, она сюда подходит. Танк тут вообще нечего держать, я так думаю. Можно им просто обойти вот с этой стороны. Вот. Немножко ближе и давай деактивируй вражескую артиллерию, дабы она нам тут не мешала. Так, шестерка, тут пятерка пошла, да? Давайте еще отправим один бомбер, пусть немножко с этим танком почудит, поколдует здесь своими бомбами. И теперь можно смело отправляться в атаку с помощью пехоты. Что ж так игра висит, да? Иногда нормально идет, иногда подвисает. Может, просто там антивирус еще не выгрузился. Я просто перед записью всегда отключаю антивирус, но он иногда не сразу происходит. Ну, так что он бы он отключался, он еще что-то там чудит, крутит, а потом уже отключается. Так. Взяли очередной город. Ну, замечательно. Тут бы танка использовать. Наш танк здесь застрял. В этих багажах. Не может он быстро сюда продвинуться. С пехотой то же самое. Ну, истребители. Тут сначала нужно уничтожить вражеский. А уже потом их куда-то можно будет отправлять вперед на разведку. А, ну тут два истребителя, я думаю, справятся с этим французским. Что это у него такое? МС-406. А вот этот можно отправить сюда, например. Вот так. Пушки пока что снабдим, пока они стоят, ничем не заняты. Танки же дальше на юг. Вот так. Может танком атаковать? Не, танком лучше не атаковать. Если бы артиллерии обстрелял, то да, то можно бы было. А так, ну, пока что окопанность ему снизим. Думаю, будет нормально. Уже на следующий ход нужно будет и проатаковать.
если так. Ну, я просто не хочу тратить его силу. Может, найдутся какие-то цели более подходящие для таких атак танковых именно. Так, кавалерия в засаду попала. Опять шла, ну, не разведав территорию. Шли в туман войны, а там оказались наши войска. Ну, это есть танки для таких операций. И на перевооружение эту заправку отправляем отсюда свои самолеты. Там делать нечего. О, этот хорошо попал. На тройку сразу. Так, и тебя мы отправим, например, сюда. Что-то не повезло ему на этот раз. Но обычно он хорошо справляется с такими задачами. Этот тоже что-то промазал, хотя у нас и нормальная погода на улице. Все равно они что-то промазывают. У нас сегодня вообще, вот, ну типа в реале, плюс 14 на улице. Прям весна настоящая пришла. В предыдущие дни вообще было плюс 2, плюс 3. Еле выше нуля поднимался, сегодня вон прям такая красота. Неописуемая. Так, и танком сейчас попробуем и город взять, и с пушкой расправиться. Аэродром, конечно, не возьмем. Ну, поедем разведкой, она это любит делать. Это ее любимое занятие, так что пусть делает. Так, ты еще можешь сюда полететь. Тоже промазал. Что-то два подряд промазывают. Не надо так делать, не надо. Так, этих ребят мы сразу на аэродром. Этих на юг. Ну давай, ну то что ж ты виснешь-то так, а? Еще ни одна серия так не провисала. Может, в меню вот так зайти. Вот. Ну, можно было этот самолет не убирать. Так, здесь у нас уже край карты. Ну, хорошо. Так, а ты у нас четверка, да? Так, тут арта поможет, а тут давайте мы сами себе поможем с помощью авиации. Хорошо, что он не отступил, значит, можем его добить сразу тут. Замечательно, замечательно. Но он что-то еще даже отстреливался от нас, к сожалению. Ничего страшного. Текс, танчики. Ну, давай сюда посмотрим, что у нас тут везде. ПТ-пушки. Вот еще и говорят, панцеркорпус. Угу. Тут пехоту обязательно использовать, причем больше, чем танки. Вот реально для танков нету чем заняться. Конечно, можно атаковать и эти пушки, но терять прочность их, вот эти жизни, и потом за престиж обновляться. Я не вижу в этом смысла. Ты давай у нас... Так... Не-н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 е. Так, не так, не так.
непонятно, куда наша пехота сможет пройти. Ну, давай. Не зря мы тебе брали, конечно, этот танк. Неплохо он себе показывает, он мне нравится. Сюда попробуй добить эту кавалерию. Конечно, есть цели для танка, но очень редко. Это, наверное, против Советского Союза, там уже будут действительно танковые орды Т-34, КВшки и так дальше. С такими танками непросто будет справиться. Очередной город мы себе отбили. Текс, ты давай вот так продвигайся. Тут, я не думаю, что кто-то нас будет атаковать с этой стороны. Тут болото, значит, пушка. Да пушка она вообще на один ход только ходит. Мне тяжело будет быстро продвигаться. Еще остался, ты остался, и все. Значит, пропустим ход. Разведку я бы отремонтировал, конечно. Пусть для начала нам тут покажет, что происходит. И уберем ее просто-напросто сюда. Тут танками нужно выставить такую. Нет, даже не так. Ты сюда стань. А ты. Ну сейчас посмотрим. Угу. Сюда достает. Ты сюда достаешь, да? Ты у нас тут встаешь, да? Это пехоту сюда. На марше используем ее, так сказать. Тихо, сюда. Вот, и к ним тут никто не проберется. Просто снабжаем. Пехоту вперед. Мы все заблокировали. Никто нас не будет тревожить. Да, давай, обстреливай сразу. Ну, это было ошибкой, конечно. Штурмовик. Блин, не достает. Может этот? Не, этот тоже не достанет. Но зато достанет сюда. Неплохо. Совсем неплохо. У нас тут есть танки. Нужно их сюда продвинуть. Тут тоже на этот раз хорошенько так попал по вражине. Так, здесь теперь нужно бы подумать. Давай тебя на сюда. Конечно, отстреливается, но вот я не понимаю, почему здесь разведка такая сильная. Почему какая-то бронемашина, вот там было написано минус 2. Ну это не может так быть. Так, здесь мы с этой стороны прикроем. Минус 4. Сразу попробуем уничтожить. Даже с помощью танка. Чудесно. Хм,
Теперь как бы тут пехоту а то продвинуть можно, конечно, сюда. Вряд ли враг выйдет, чтобы атаковать нас здесь. Но может, может запросто. Так, город вообще пустой. А, тут же есть пушка. Нейтрализировали вот этот город. Теперь он ничейный, значит, враг не может тут выставлять, покупать новые войска. Ну, в кампании, в режиме вот кампании, это бесполезная штука, мне кажется. Потому что враг и так не сильно-то и покупает тут что-то. Ну, разве что в самом конце, когда у него остается один город, он уже начинает что-то там думать, что-то покупать. А так, не особо-то этим занимается. Можно сюда пойти. Можно даже вот так стать. И просто не атаковать, просто стоять. Пусть он идет, если захочет, сам атаку. Пока не трогаем. Я не думаю, что он сможет там что-то нанести, хоть какой-то вред. Вот. Истребитель, стой сверху. Да, истребители что-то не особо воюют. Так, здесь у нас зенитка. Ладно, не будем рисковать здоровьем наших самолетов. Пусть они пока что разведывают, что тут у нас происходит. Пехота для этого существует. Видите, все равно они атаковали, но нам повезло. У нас прошла упорная оборона, так что нам только единицу урона нанесли. Ну и с помощью пехоты даже можно будет... Даже можно не добивать тут, я думаю, самолеты разбомблят. Либо их использовать на что-то более важное. Идти сюда лучше. Пехоте все равно придется сделать один шаг сюда. Так что без смысла его... самолетами здесь работать по такой цели. Так, отойди немножко, сейчас только этого берем. Да, тут особо-то и целей нету для самолетов. Ладно, иди сюда. Ну, у него еще много, конечно, топлива. Ну, дозаправиться все равно нужно. Пополнить боекомплект. О, тройка. Чудесно. Давай, выбивай их. Может, и не выбит. Не, выбил. Нормально. Нормалек. Ну и следующий ход. Отремонтируем эту нашу пехоту. Так, и танк. Нет, танк сюда не достанет. Что-то пехота здесь. Не занимать ее. Не трогать ее. Так, этих мы отремонтируем на всякий случай. Танчик разберется с вражеской зениткой. Блин, еще и на двойку, ого. Еще и на двойку. Зараза какая. Так, ну вот есть и цель. Для наших бомбардировщиков. Так, разведай, что тут происходит. Тоже не попал. Зато у него уже нет окопанности практически. Восьмерка, сейчас он отступит.
куда-то. Возможно, под танк даже станет. Да, встал под танк. Внезапно. Почему-то. Так, тем временем мы уже треть ходов сделали и, ну, продвинулись нормально, я вам скажу. Нормально. Тут будет, наверное, какое-то уже более-менее сильное сопротивление. 6. Хочу сразу забрать. Возможно, получится. Если не получится, танком наберем. Все равно минус 6. Нормально. Из городов вроде бы не отступают. Сразу и город возьмем. А тут технику будем уже перебрасывать на другой берег реки Сена. Ну вот и подходящие цели для нашей техники. Так, штурмпанцер, мы тебя снабдим. Четыре. А может, истребитель добьет? Надо бы попытаться так сделать. Так, возьмем вот этого. Хотя нет, этот пусть летит дальше на разведку. Ну, тут по стандарту, по пятерке. Сидят в городах. Эх, не повезло. Танк рвется вперед. А город возьмем на марше. Чуть даже не особо-то есть работа для наших артиллерийских систем. Разведка далеко, так что приходится брать пехоты и города. Еще сделаем ходик. Кавалерия пытается контратаковать нас, наверное. Да, тут я, как и говорил, тут будет сопротивление уже более такое сильное. Ух ты, сразу пятерка. Ну что-то не добил-то. Совсем чуть-чуть оставалось. Ну, давай. Ты можешь, я знаю. Давай, давай, давай. Есть. Молодец, молодец. Я тут просто никем бы не достал на ходу это. Так, тут снабжаем. Тут ремонтируемся. И мне бы еще здесь разведать, что тут происходит. Ага, тут уже не хватает. Тестовой на аэродром. Вот здесь мы захватили. Тут самолет, а вот еще один. Тоже не хватает. Давай тоже снабжайся. Так, а тебе хватит сюда, бляха. Не хватает. Давай тебя, значит. Там и зенитка стоит. Но мы пока что можем атаковать без штрафа. И зенитка далеко. Это если она стоит прямо под. Ну, возле техники. Тогда, да, тогда мы не можем. Так, стоп, 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 стоп. Хочу еще посмотреть. Ага, этот сюда сможет зайти, хорошо. О, семерка. Даже сюда можно.
Конечно, немножко рискованно, они тут все на меня могут броситься, но надо добивать. Эту пушку, чтобы она не ремонтировалась, сразу минусовать. Так, пехота тут не дойдет сразу. Через клетку нужно перейти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, назад. Блин, хорошо, что здесь есть кнопка отмены. 5, да? Ну, тут никем. Можно вот этими, конечно, сбросить бомбы, этими самолетами. А, они не достают. Жаль. Атакуй. Ближе. Так, с тут танками тоже нужно как-то прикрыться и пустить пехоту на быстром марше. Так, сначала тут их нам нужно снабдить. Ой, никто нажал, ну ничего страшно. Этих сюда достаточно, они тут себе зайдут. Нормально, если понадобится. Так, этих сюда. Город, кстати, не занят никем. Этих сюда. Так, самолет. Немножко его страшно, конечно, вот так отпускать. Слишком далеко, без прикрытия. Пусть пока что снабжается здесь. Угу, разведка. Разведочка у нас сюда передвигается. Вроде бы все. Да. Можно обстрелять, кстати. Попробовать взять с помощью танка. Его все равно придется ремонтировать, чтобы потом не тратить ход пехотой. О, тройка. Ну, единицу точно уничтожим. Возможно, даже и без потерь. Замечательно. Два города без пехоты, без защиты. Можно будет их взять себе нормально. Да. Пошли танки. Тут их много. Но атаковать не решаются. Зенитка немножко по нам попала. Не страшно. Занимает горы. Горная пехота французская, походу. Да, альпийские егеря. Но мы тоже не лыком шиты. Тоже такое умеем сделать. Так, ты сюда давай. И давай сюда. Ну вот, блин, придется еще раз возвращаться. Ничего страшного. Нет, стой здесь пока что. Танк я хочу отремонтировать. Этот танк, ну, можно сюда пустить. Но для начала нужно сбросить бомбы на него. О, как раз достали. Этот сюда сбросит. Вообще на шестерку. И истребители. Один с... Не так. С этой стороны. Посмотрит, что происходит. Ну, естественно, зенитка стоит. Ну, это так специально их ставят. Типа, чтобы... Если вражеский... Ну, для меня вражеский тут самолет будет стоять, чтобы я его не подлетал и не атаковал.
очень сильно. Ну, тут можно так сделать. О, даже попали по цели. Даже на двойку. Это замечательно. Так, минус один. И сейчас тут тоже. Думаю, получится минуснуть. Да, минус два танка. Замечательно. Неплохой лов, так сказать. И на этом ходу... Так, пехота. Пехота у нас продвигается на быстром. Опять-таки марша. Разведку я уберу отсюда. Так, давай сюда, наверное. Тут у нас прикрывает река, здесь лес. Правда, может вот эта пехота уйти, но мы сейчас ее будем обстреливать. Она, наверное, какие-то бонусы получает при защите в холмах. Ну, единственное, что я знаю, это они вот по таким горам, они могут себе свободно передвигаться. Обычная пехота и техника не могут. Было у меня, помню, играл в какой-то одной миссии, что нужно было именно этими егерями на Кавказе действовать. Так, вроде бы в обычной кампании за Германию. Сюда, назад, сюда. Так, с этими попробуем добить уже. Еще здесь есть артиллерия севернее, что-то я ее не использовал. Ну ничего, сейчас прикроем пехоту. Ага, прикрыли. Прикрыли. Тут есть разведка. Ой, не разведка, а артиллерия. Тоже что-то не использовал. Не знаю почему. Так, пехота, она что-то там вообще далеко стоит. Ай, блин. Могли бы взять этот город сразу. Так, подходи поближе, не стесняйся. Хорош. Нравится мне этот самолет. Так, это Дина Филд. И попробуем танк его с братом французским, только уже он не французский, а немецкий трофейный. Отошел. Один пять, ноль пять, один два. Ну, лучше все-таки сюда атаковать. Попробуем еще пехотой забрать эту пушку и танком взять город сразу. Угу. План сработал. Можно добить его, а можно здесь. Я думаю, лучше все-таки добить. Да, она обстреляет зенитка наш самолет. Ну... Ну, обстреляет и чё. Прикроем с этой стороны, чтобы нас... Нашу пехоту тут никто не трогал. Так, здесь у нас танки вражеские. Так, хочу посмотреть, не забыл ли я кого-то. Ну, вроде бы все нормально. Так что продолжим, ребята, уже в следующей серии. А в это я буду прощаться, благодарить вас за внимание.